Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, бесплатный сундук. Давай сюда. Магнит, колесный ускоритель. Так, команда. Команда у нас спит. Здесь управление в воздухе, форсаж, ускорители. Так, это я забрал. Новые задания. Ну, я, наверное, менять не буду ничего. Так, зимние шины, ускоритель, фляг. Блин, ты посмотри, какой костюм. Теряем. Твою налево. Как специально все. Автомобили. Давай-ка мы попробуем что-нибудь. Да. Блин, ну это все было. Это все было, было. Что-нибудь. Вот, вот зомби давно не было. Зомби давно не было у нас. Поэтому я и выбрал зомбаря. Кстати, не я один зомби, вот этот Кардиф, он тоже выбрал зомби. Смотри, смотри, как фура там наяривает, смотри. Фига. Фига он тут пролетел, ну-ка. Это что за хлыщ? Сейчас посмотрим, насколько он хорош, если он действительно хорош. Сейчас, сейчас, сейчас проверим. Или он только по прямой гораст кататься. Ну, видимо, так и есть, только по прямой. А как чуть-чуть кочки, да эти, все, сразу обделался. Так, Кардиф. Кардиф, вали. Козе в трещину. Так, он догоняет. Опа! Давай есть! Хе-хе-хе, последний нубло. Самое настоящее нубло, ребят. Понтов много, на выхлопе фигня полная. Так, ну что, ребята? Привет всем, как говорится. Так, ну что, воскресный чемпион. Так, у нас сегодня сколько светит-то? 18 тысяч кубков, по-моему, да? Воу-воу-воу-воу, видел как? Только не врезайся, пожалуйста. Отлично. Хорош. Вот здесь не надо. Хорошечно. Есть. Не упали в грязь в лицом, так сказать. Все у нас разрулилось. А вот здесь вот паршивенько, ребята. Ну что там, какой-то Апунктис, Апунктис, или как тебя там величать, я даже не знаю. Опа, есть. Ты видел? Ты видел? Вот так вот папа может. Просто берет перед финишем. Ну, меня тоже, ребята, перед финишем часто. Фига себе. Так, я понял, ребята, он тоже с этим. С ускорителем. Е! Хлыч хотел меня подрезать в воздухе. Да кишка тонка, понимаешь, тягаться со мной. Просто тонкая у него кишка. Захотел папу, самого папу хотел нагнуть. Угу. Нагибалка еще не отросла, ё-моё. Да что с машиной-то, что она... Давай, давай, не подводи меня. Есть. 4 из 4. Шикарно. Просто шикарно. Так, привет. Ну что, у нас дальше. Зима на носу, говорят. Снежный замок. Интересно, в зимнюю пору нормально вот на Буране ездить, как думаешь? Так, ты смотри-ка, а, что хлыщ. И не один. Они вдвоем, ребята, меня тут уделали. Просто уделали. Это было тупо, глупо и нелепо.
Тем более еще одна гонка. Ёк-макарёк. Не знаю, как так получилось. Даже врать, ребят, не буду. Обделался по полной программе. Так, что у нас тут? Лихач. Ага, вот он как. Слушай, нормально так. Перед финишем подпрыгнул, и все. И нормально. Чего же он не разбился-то, а, ребят? Пускай он там летит. И кар вшивый. Пока он там летал, мы с тобой хоп под шумочек и на финишную. Блин, он в воде не застрял. Так, сейчас здесь будет прикол. И он опять за свое. О, да он красавчик. Все, ребят, по-моему, он доигрался. Он поцеловался с поленом. В засос причем. Ну что, мы продолжаем. Это сейчас спуски вниз. Блин, это на маневрах-то. Во-во-во-во-во-во-во, отлично. Так, сзади какой-то бусурман едет. Ну, опять же, они все сосунки. Ребят, ну а мы с вами занимаем первое место. Очень-очень великолепно. Заберем здесь награду. Магнит, старт, ускоритель. Так, сделай 5 поворотов на чудовище. Сделай 5 поворотов на лихаче. Угу. 5 поворотов на лихаче. Издеваетесь, что ли, надо мной? Я и поворота на лихаче не смогу сделать. А он говорит, 5 поворотов сделай на лихаче. Здесь только посмертно. Ты глянь, 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 глянь. Дурацкий уровень, ненавижу его, ребята, ненавижу. Взял и на скорости, просто на скорости, ребята, перевернулся. Ну как же так-то, а? Лобби. Он вниз? Он успел, интересно, вниз там прыгнуть или нет? Я что-то не увидел, если честно. Я не увидел, друзья мои. Так, ну хотя бы здесь у нас хорошо получилось. Хотя бы. У нас еще одна гонка, и поэтому... Держим кулачки, друзья мои. Держим кулачки. Фонтан, ну нафига ты лезешь? Так, это что за кикимора тут? Как он там, интересно, так вниз турбо полетел, блин. Паршивенько получилось. Но у нас с ним на равных, все равно первое место мое. У каждого своя правда, верно? Верно. Так, когда видео? Наверное, сегодня или завтра. Завтра, скорее всего. Завтра скорее, завтра. Так, ну что, а мы шпарим дальше. У нас, чего там? Темные дороги. Слушай, темные дороги можно, знаешь, на чем прокатиться? На чем можно прокатиться темные дороги, ребят? Ну не на байке же. Как-то надо уже, по-моему, ребятам лихач приходовать. Как ты считаешь? Так, я здесь не буду особо сильно выпендриваться. Да, 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 сделали. Первая гоночка за нами.
Ну и прекрасно. Что я могу еще сказать по этому поводу? Все очень шикарненько. А вот тут плохо. Да, да заезжай ты, ну господи, ну что это было, ну? Что это было за супер замедление? Скажите мне на милость, а, ребят? Красиво. Фух. Нормально, нормально, все у нас получилось, все великолепно. Главное теперь не сдавать темпу. Это же надо было мне споткнуться-то, а? Врежься, утырок, а я в дамках. Вот так вот, как в шахматы, знаешь, в дамках. В шашках, точнее. Ну что, у нас кубок претендентов. Ну, наверное, здесь можно помедленнее проехаться, да? Куда хлыщ? Мордоворот. Ёпрсты. Е! В конце я дал кисляк. Кисляка. Ты пробовал кисляку? Нет? Рэй, не неси чушь, уже достал. Кисляку какую-то. Придумал же на ходу, а? Кисляку. Не будь кислякой. Когда Рэй у автомата. Все, все, ребят. Последнюю гоночку сейчас, если мы делаем, то первое место. И вроде с идеальным стартом, все как полагается. Нет, 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 нет. Ой. Да что такое-то, блин? Такие круги мне только в этом. В цирке выступать. Ладно, друзья мои, погиб. Так нелепо получилось там, если честно, ребят. Блин. Причем выжил только один кто-то. Остальные все, короче, отдуплились. Нормально? Покатались, блин. Называется. А это меньше будем ржать над кислинкой. Че? Придумал кислинку. Вот досмеялся над ней и сфейлился, ребят. Так что уважайте кислинку. Все, так, первая гонка у нас прошла на ура. Прошла на ура. Вот оно что. Крэнк, крэнк. А где черепашки? Крэнк. Ты смотри, как он аккуратно ездит, а? Прям притормаживает где надо. Хлыщ болотный. Ну-ка, давай посмотрим. Как ты тут будешь у нас притормаживать и тому подобное делать? Как я только начинаю с фурой соревноваться, сразу же ко мне начинают всякие леваки приставать. Ну и все. Вот, вот. Красиво, красиво. Победа, победа. А что еще нужно? Да ничего не надо. Понимаешь, ничего больше не надо. Победа, она сама по себе хороша. Так, ребят, здесь у нас одна всего лишь гонка. И давай попробуем не обделаться, как в прошлый раз. В воду сейчас, да, шпиндякнемся? Да. А это кто там? Спортивная машинка едет? Так. Хорошечно.
Ну давай, 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 не размусоливай. Взял горючку, все нормально. Ну, я тебе скажу, что первое место у нас уже в кармане. А значит и победа, потому что здесь одна всего лишь гонка. И мы не подвели. Благодатушки. Так, ребят, болотистая дорога. Болотистая дорога. Кто там? Гэмбл? Проктор Гэмбл лезет. Ну и нафига ты скинул скорость, Рэй? Ехал бы на своей старой скорости, все было бы нормально. Опа! Смотри-ка, хлыщ болотный чуть было не перегнал меня, а? В воздухе прям переобулся. Шкет несчастный. Да ты посмотри, почему он... Опа! Мне пришлось, друзья мои, подскинуть скорость. Есть. Ты посмотри, а? Щегол не отстает. Прям в притирочку ко мне едет. Нормально. Вот тут было прям the best. Ну давай, 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 не тупи. Пи-тупи. Есть. Ну и все. Вот. Что и требовалось заказать. 9 баллов, как с куста. Что у нас там? Ладно, я спать, всем пока. Давай, Геля. Давай, Геля, давай. Не отставай. Так, ну у нас опять зима. Зомби... Знаешь, почему зомби любит зиму? М? Особенно он любит, когда на улице очень-очень сильный мороз. Потому что он не гниет. Вот поэтому он и любит зиму. Красиво. Вот сейчас было прям красота. Хотя сзади хлыщ какой-то там не отставал от нас. Из себя все соки там выдавливал, понимаешь? Еее. Самый умный там врезался все-таки. Опа, оп. Оп, залетишь? Залетишь. Ну и шикарно. А что нам еще нужно? А что нам нужно, так только свет в оконце. Да? Вот что нам нужно. Давай, последнюю гоночку осилим как-нибудь. Куда они там все? Куда они там все полетели? Хлыщи отмороженные. Отморозки несчастные. Куда там летят все? Учитесь у папы, пока папа при памяти, ё-моё. Больше уроков преподавать не буду. Он там бут вообще валяется где-то. Что там? Раз-раз, это Карбас. Ты, наверное, хотел написать Карабас, а не Карбас. Что за Карбас? Я таких не знаю, Карбасов. Так, что-то мне кажется, тут уже за... Нифига. А, ребята, а он обделался малька-то все-таки. Я про фуру. Про тягач говорю. Ну, наверное, это ненадолго, да? Ну, блин, он не врезался, не подпрыгнул, проехал, щенок. Опять эта фура там пыхтит. А что, не отпыхтелись, вон он сзади, 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 друзья мои. С пердежом едет.
Фух. Умудрился я все-таки обдел. Ну он по прямой, да, по прямой, ребят, он шпарит там, будь здоров, блин. Но этот-то куда еще хлыщ недоваренный лезет? Дай-ка я вниз поеду. Поздно вниз ехать. Ну вот, ребята. Блин, финиш уже, да? Да. Ну, первое место все равно у меня будет. Так, 3000 монет. Спасибо. Кубок отстойный. Болотная поездка. Болотная. Это, блин, с крокодилами, что ли, опять? Да-да-да, я вижу его. Байкер. Ай, байкер, красиво. Байкер встрял красиво. Мне понравилось. Куда мы там? Ну, мне также понравилось, как мы проехали эту гонку. Прям вот замечательно. Байкер, делай там кренделя свои. Отдупляшные, да, кренделя. Ну вот. Ну вот, ребята. Я в шоке, у меня машина как ревет с места. Прям вообще по красоте. Ты видел, как она умеет делать? Это, видимо, из-за того, что у нас сцепление офигенно прокачано. Опа! Это что-то новенькое. Просто голову пробило трубой. Голову пробило трубой, ребят. Такого тысячу лет не было. Но теперь я буду знать, что может такое быть. Ты смотри, 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 смотри. Давай, давай, раз уж груздем назвался, полезай в корзину, как говорится. Как я ненавижу, когда мне мою машину, ребята, блин, просто поднимает вверх. Я терпеть этого не могу, блин. Мне постоянно приходится сбрасывать скорость из-за этого, ты понимаешь? Вот ее начинает закидывать вверх. Все, надо сбрасывать скорость, блин. Дебилизм полный. А этот хлыщ еще и на крыльях, блин, ко всему прочему. Ну, пускай там где-нибудь сзади летает. Икар. Вот когда не закидывает, все отлично, ребят, все великолепно. Как только начинает ее подбрасывать, ну хоть стой, хоть падай. Воду. Оп! Ну офигли. Да. Вот, ребята, в воду. Прыгнул в воду и все. Первое место, отлично. Главное держать марку. Главное, ребятушки, держать марку. Опять у нас желтый снег. А желтый снег кружится. Смотри, что творит. Хлыщ там недобитый. Что-то вроде так стартанул хорошо, и вдруг он... Не, я слышу, слышу, слышу. Слышу я его на хруст. У него там этот, что ли? Турбо? Нет, вроде бы. А что такой звук? Как будто он едет под этим, под форсажем. Звук форсажа был, согласись. Или это не у него? Да не у него, по-моему. Майкл Джи. Майкл Джексон. Майкл Джи, я так понимаю, да? Давай, 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 радость моя. Опа. И дома. Олени, кстати, вот эти из первой части, которые стоят вдоль трассы, если это можно так назвать. Водитель 8764. Просим вас удалиться. Уйти из-под горизонта. Тут играют серьезные мужики.
Нечего тут делать этим водителям. Все. По красоте. Ну что же, эту гонку я тоже осилил довольно неплохо. И дальше у нас идет весенний город. Весенний город, весенний город. Поеду я на своей Феррари. Посмотрим, как у нас тут получится. Должно получиться все хорошо, ребят. По крайней мере, с первой гонкой точно должно получиться все the best-овски. Ну вот, о чем я и говорил. А вот со второй посмотрим. Вот это вот, кстати, было больно. Ты, крылатая мразь, куда полетел, блин? Я что, совсем что ли охренел? Я не понял. Давай, выжимай, блин, из себя все соки твою налево. Есть! Есть! Красиво. Да. Сделали мы его. А то прям посмотри на этого сранье. Так, вот тут уже этот активировался, да? Как его звать-то? Лихач. Ненавижу вот эти вот прыжки, блин. Они очень, ребята, замедляют. Уху! Хе-хе-хе! Нубы! Соси песос, ёпрасоте! Не воду. Отлично. Блин, ну не воду, так другое теперь будет мешать. Опять мы с этим TG, блин, соревнуемся. Я не могу, ребята, здесь нажимать кнопку назад, притормаживать. Просто не могу. Не имею права. Есть! Красиво. Кубок аллигатора. Кубок аллигатора мы проходим. Опять же, возвращаемся на наше раллийное авто. Ну, кубок аллигатора, ты понимаешь? Ну что, что, что? Ожидание остальных игроков. Ну давай. Сколько ждать придется нам этих остальных игроков? Что-то вот это мне не нравится, ребята. Всем привет. Прива. Ну-ка. Сработает или нет? Или так и будем ожидать? Паркующиеся прицепы. Ну, ёпрсете, ну что? Ну, ждать придется, ребят. Так, автономно. Поехали. ДК. Это типа ДК Дом культуры? Или что за ДК? Или декан? Ой-ой-ой-ой-ой, ладно. Слушай, а неплохо получилось. Табуретку такой впереди себя. Не табуретку, а как она называется-то? Не шезлон, ну, в общем, ты понял. Так-с, ага. Это все перепрыгиваем. Этот хлам, так скажем. Горючее возьми. И все, ребят. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, 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 подожди. Да ну нафиг, на финишной. Пипец, просто трындец, рей. Ну, нубло, просто нубло. Это же надо было так с... Как дегенерат сфейлился, а? И шел с таким преимуществом и...
Я, конечно, в шоке, ребята. Твою налево, блин, проиграл. Один балл всего лишь, ё-моё. Да потому что не надо таблом своим возить, блин, по сторонам, когда едешь по болоту, ё-просыте. Обрадовался, блин. Хорошо идем. Расслабился, и все, ребята, и подрезали, блин. Гладранцы вшивые. Опять же, блин, без горючки. Без этого едем. Без мыльного, блин, пузыря. Нормально. Пропрыгал, как сайгак. Опять же, на шару, на удачу, ребят, получилось все. Черт, тут же где-то же... Вот она. А все как будто знали, что там будет, да? Ну, хотя бы этого дрища перегнал. Пига, этого свинью. Так, у меня пока первое место. 5 баллов. Пока у меня 5 баллов. Подводная лодка, блин. Да как она меня убивает, ребят. Ну, блин, это опять с этих бочек начну. Второе место. Я не могу, финиш осталось. Рукой подать, нет, начинаем заниматься ерундистикой, ребят. Просто ерундистикой начинается. Косяк за косяком, просто косяк за косяком. Косячные гонки. Ну, ну давай хоть последнюю гонку нормально проедем с тобой, а? Так, здесь отлично получилось. Давай вторую. Давай вторую. Вниз. Чё? Как этот говно вонючий? Как он съехал-то туда ровненько и, главное, в воду не попал? Вы что-то, ребята, тут, по-моему, свистите мне по полной программе, по ходу дела, да? Уйди отсюда, чтобы я тебя не видел, блин, а? Вшивый. Тук, чё он там, тук-чумер? Не, ребят. А хотя, не, нормально, нормально, первое место. Все. Их еще гонка нужна. Так, тут два этапа. Кубок ледников. Я так понимаю, первый будет у нас над, второй под. Или оба под. Как это будет выглядеть? Это будет все-таки надо. Крылатое чмо, а? Ну нафига мне вот этот твой вот этот полет, блин? Последним. Офигеть, просто последним приехал. Ну так он, блин, передержал кнопку твою налево. Давай ты этого хмыря, блин, кто он там, блин? Корея, Вьетнам, кто этот, блин? Говно штопанное, блин. Да идите вы в трещину, блин. Оба, блин, опять обогнали меня.
Вот ублюдки, а. Просто взяли и обогнали меня. Нахрена тебе этот полет нужен был, блин, а? Эти два говнюка уже тут как тут. Ну понятно, я их тут вряд ли смогу обогнать, конечно. Уже финиш. Хотя подожди, нет, не обогнал. Третье место. Сейчас я этого... Кто там, Борчи, Хирурчи? Этого Борчи надо валить. Ага. Ну вставай ты! Ну все, тут уже, ребят, что тут сказать. Вот начинается вот эта спешка, нервозность, все, и начинаю сразу фейлиться. Какая тут валерьянка, какой тут жопу валидол, блин, извини меня. Ничего тебе тут не поможет, блин. Такой взял просто, перелетел, да, тут, возможно, все хорошо получится, но я уже преимущество все равно, ребят, потерял. Максимум третье место, наверное, будет. 4 балла. Да, третье место. Опять откатываемся назад. У меня эти пещеры поперек горла уже стоят. Нифига себе, какой этот едет. Новогодний, как его. Дизель, супер дизель. Надел себе новогоднюю рубашку. Такой деловой. По красоте и все дела. А байкер, да, байкер не уступал. Байкер там где-то сзади практически в спину дышал. Смотри, супер дизель еще и с байком соревнуется там. Ха-ха-ха. Есть, двух америкосов просто сделал. Просто сделал. Ты видел, как папа умеет? Ты просто посмотри, это что такое? Это, ребята, что-то из ряда вон выходящее. За 17,5 секунд я прокатился по трассе. Оп. И не хватило. Представляешь, не хватило буквально там 2 метров, чтобы выиграть трассу. Не трассу, а чтобы выиграть кубки. GC117, что за попрыгун, а? Ага, красиво. Я думаю, что многие согласятся, что здесь было великолепно все сделано. Прокатано, откатано, отшлепано. Давай сюда. Не будем. Пускай они там куда хотят подрываются, а мы с тобой скромненько. Скромненько. В пещерке, как говорится, прокопошимся. Ох, господи. Да, но нам это с одной стороны на пользу пойдет. Без крыши. Тихо! Ну, так же можно убиться здесь. Без крыши-то. Поэтому едем предельно аккуратно. Где там финиш-то? Вот он. А, есть, ребята. 16 тысяч кубков. Ну, как ты понимаешь, мы с тобой все равно уже не получим сундук. За эту гонку я не успею, ребят, до конца месяца пройти. Как сам? Надо отвечать, как сало килограмм. Так, ну что? Здесь у нас подземелье. Подземка, что ли? Трущобы. Погуди мне еще. Баги.
Ну и... Давай, наяривай. Опа. Ой. Ты видел? Ты видел мастерство такое? Где-нибудь? Не видел? И я не видел. А оно есть. Просто есть. Нет, друзья мои, ну только не по горючке. Ну вон же бензинчик впереди, я не доеду оттуда, да? Твою налево дивизию, а? Плохо получилось. Да нормально. Ну вот хорошо, что нормально. Это очень хорошо. Так, дай-ка я... Подожди, не это я хотел сделать. Я хотел командную загоночку. Так, что тут нам лучше взять? Давай, наверное, вот так вот. Да. Полетел куда-то. Здесь возьмем. А здесь на. Так, наверное, взять лучше. Красиво. Это второй раз я так ложусь. Ложанулся. Ну давай. Пердуха. Машина пердуха. Ну это... это там, как всегда, перед финишем, ребята, отдыхать ложится. Ну что? Ну что, ребятушки, на этом, пожалуй, я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.